Привет. Вот там впереди Навальный, Ляскин, Чирикова внутри. Чирикова вошла? Нет. Да, вошла, вошла. Нет, слушайте, вон она. Где? Ну, предбанник. Так, привет, что тут происходит? Кто здесь? Мордос. Да. Опять ты? Опять я. Комментарий от штаба, да, еще есть происходит? Оля. Выборы. Вот, сейчас, собственно, для тех, кто ничего не видит, возле 3008-го УИКа состоит пара десятков человек и никого не пускают внутрь. Нет, внутрь никто не проходит, никто не требует. Просто произошла драка, да? Вот, Женя Чирикова сейчас находится в предбаннике, вот вы видите, вот, надеюсь. Да, как у вас там дела? Вот, и сейчас внутри, видимо, на первое все спокойно, но, видимо, просто УИК чуть дальше. Без фонарика? Все, я вижу вас. Да. Вас жили? Все, мы они должны были. Это Александр. Вы там и так. Да? Видите? Нет. А, с той стороны? Да тут каша мала. Еще тут тоже. Все, давайте, держите. Борьба на нас, мальчик. Парень, который нас помог. Алексей, что творится? Привет. Безобразие, беспредел здесь творится. Рассказывай. Избивают наблюдателей и опять воруют списки. Почему доверенное лицо кандидата не пускает внутрь? Я бы спросил, почему кандидата не пускают внутрь. А кто не пускает? Негодяи не пускают. Негодяи, да. Это наша московская полиция? Это мы не знаем. Но для нас наша Химкинская. Наша Химкинская. Все вопросы прислали. Предложу ГУВД? Не, ну полиция не пускает. Что еще можно сказать? Подрался. Андреевич, вот эти. Вот, для тех, кто только что подключился, напоминаю, что мы находимся сейчас у того самого 3008 УИКа, от которого вы сейчас наблюдаете по трансляции на Вибуру 12. Сейчас здесь, по моим подсчетам, 20-30 человек, которых никого из них не пускают внутрь. В том числе... Журналисты, в любом случае, должны. Журналисты, кажется, должны пускать. Ну, так или иначе, здесь находится доверенные лица. Николай Ляскин, Олег Козырев, в предбаннике, собственно, наш кандидат. Сейчас я выключу. Вот он, Женя Чирикова. И никого из нас не пропускают. Не знаю точно, я думаю, порядка 20 минут. Так, а где я сейчас? Сказать, что такое? Нагана. Что я стоял на станции? Ладно, ну жалко. Ну давай на связи. Где Женя? Нет, Женя все еще предбанник. Нет, они тут, да. А можно? Поздно. Нет, уже поздно. Поздно. Почему? До 8 часов. Не для голосования. Ну, через 4, а через полгода. Сколько? Ну все, ладно, ну да, когда мы Майданим. Не, проходите, конечно. Человеку проголосовать пропустите, пожалуйста. Куда? Не, все закрыто участок. Я два бюллетеня. Два бюллетеня? Пикант, совсем свои? Мы с женой за вас. Можно мы про... У меня ее бюллетень, ее в кармане. Можно? Я могу. Еще один привет от Митина. Не надо, все. Прыгайте, закрыться, дайте сейчас. Аля. Есть равно. Да, Женя очень приятная поддержка, но, к сожалению, она малозаконна. Это провокация. Провокация? А такое уже было? Постоянно. Тут приехали. Честно, будет сейчас отвлекать внимание от главного, от того, что здесь избили наблюдателей. Олег, вообще, вы мониторите все это очень долго. Расскажите, что еще сегодня было? Самые запомнившиеся. Во-первых,
Ухинки за ночь. Очень много новоселов появилось. Я поздравляю свой любимый город. За ночь паспортные столы увеличили на некоторых участках по 200 человек. Увеличили количество. Очень многих наблюдателей снимали с выбора, то есть с участков. Были грузы, бандитов мы снимали каких-то, ну, то есть лиц бандитского вида. Происхождение их никому не известно до сих пор? Нет, не известно. Но мы сняли их на видео. Очень надеюсь. Ну, в любом случае, это было очевидно для всех, кто смотрел эти видео или увидит их еще в фотографии. Вот. Но нарушений было очень много и, честно говоря, даже больше, чем я, в общем-то, ожидал. То есть настолько беспринципного я не видел. Но я ощущаю в этом некую панику и действительно тревогу. Тревогу по поводу результата. Потому что очевидно, что Чирикова, народный кандидат, она набирала здесь больше, чем неизвестный Шахов. Ну и, в принципе, я думаю, что то, что мы видим, это, ну, такая попытка изменить выбор людей на выбор бюрократов. Насколько я помню, в Омске и Красноярске выборы проходили достаточно честно, когда победа Игната Единоросса не вызывала сомнений. Ну, я не знаю про это. Я знаю про то, что Шахов здесь появился полтора месяца назад, а Женя 6 лет здесь борется, бьется за людей. И как бы там ни было, ну, конечно, хотелось бы, чтобы больше людей пришло на выборы физически. Это правда, здесь людей пришло не так много, как хотелось бы. И здесь вина той атмосферы, в которой люди не верят, что можно управлять своим городом, не верят, что через выборы можно что-то изменить. Здесь, да, если бы, ну, не знаю, условно говоря, вышло там 70-80% голосовать химчан, то, конечно, какие фальсификации не были возможны. Но пока низкая явка, это возможно. И это тот какой-то некий вызов внутренний для нас менять эту ситуацию, потому что те силы, против которых мы боремся, они сложные. Они обладают агрессией, они обладают какими-то ресурсами. Мы помним честных журналистов здесь в Химках, которым ломали черепа и которых резали ножами. Да. Все непросто. Олег, есть какой-то контрольный участок, на котором удалось? Есть какие-то контрольные участки, которым удалось сдать фальсификации? Ну, вот, например, вот здесь, да, мы были здесь утром, здесь первая страница первой книги тома, ну, списка избирателей, начиналась с 62-й страницы, с 1112 номера избирателей. Ну, видимо, поэтому мы здесь сейчас... Меня интересует просто, есть ли какие-то участки, которые проголосовали честно? Которые что? Которые, то известно, что проголосовали честно. Есть какие-то такие участки? Не знаю, пока не знаю. Пока не знаю. Но, понимаете, выборы – это не только процесс голосования. Это еще честная конкуренция. Такого не было. Поэтому я не могу назвать честными выборами, когда они не конкуренты, когда они не проходят по закону. Что касается вообще количества нарушений, мы позже сделаем анализ, поймем, где больше, где меньше. Посмотрим. Но, в принципе, нарушений было очень много. То есть мы буквально там десятками их фиксировали. Только наша группа зафиксировала ряд целых нарушений и подала 2 иска в суд. И третий готовится. Ожидаете ли вы роста протестное настроение в связи с этим? Ну, конечно, все те голоса, которые отняли в Химках, откликнутся на улицах Москвы. Химчане молчать не будут. Не вопрос, может, это не произойдет ни сегодня, ни завтра. Но слишком близки город Химки к Болотной площади. И, в принципе, достаточно легко туда доехать. Так что все те голоса, которые отобрали у химчан, они еще откликнутся под стенами Кремля. Все, спасибо. Это был Олег Козырев, блогер, доверенное лицо Евгении Чириковой. О, помощь приехала. Привет. Что, колись, что нанаблюдал? Ну как, что я наблюдал? Короче, я наблюдал что? То, что фальсификации прошли успешно, фактов выборов не обнаружено. Одно могу сказать, ребят, отступать некуда, позади Москва. Как тебе твой родной город? Химки? Саратов, охренел, я напомню. В Саратове все просто прекрасно. Например, берем участок номер 30. Там сегодня было все. Там сегодня были драки, там сегодня были вбросы. Стрельба была? Стрельбы не было. Да, там сегодня были заложники. Там сегодня была полиция. Там сегодня одна полиция дралась с другой полицией. Там все было очень весело. Блин. Одна полиция с другой полицией. Расскажи подробнее. Сам хочу подробности узнать, на самом деле.
сам еще до сих пор не узнал. Вот. Но так там, по идее, значит, били кандидатов, естественно, били этих... Там всех били. Вся Россия на большую опасность похожа. Вот, собственно говоря, еще двух... русских тоже били? И русских били. В Саратове есть русские? В Саратове есть русские? Следующий вопрос. Вот, еще самое главное, там пошли люди дальше, и наблюдатели там не просто выгоняют, а еще оформляют 19.3. Отлично. Там, что с нашими активистами? Там какие-то, какие-то расплывчатая информация. Как раз Гачегова и Шереметьево по 19.3, по-моему, оформляют. И Шереметьево, кстати, там побили, печень отбили. Я какой пресс-секретарь, где вопросы зала? Неповиновение. Кирилл, давай буду курить на камеру. 19.3, нет. Тогда рассказывай, что наблюдал сегодня? Я курю, мать бывает. Наблюдал сегодня, что наблюдал? Я приехал в 6 часов. Поэтому я ничего не наблюдал, поездил немножко в группе, потом приехал в ТИК. 19.3, сопротивление сотрудникам полиции, да. Мы прочитали, что здесь какой-то райот, и приехали сюда. Скажи, как это выглядит со стороны? Вспышка светит мне в глаза. Я и... про я про Химки. Ты же наверняка читал. Ужасно, как что, разбитый город, коррупция, воровство, ад. А если говорить о выборах, это что-то похожее на это что-то похожее на декабрь, на март, на что? Это похоже на 2007 год. На февраль. 17-го? 12-го. Не знаю. Нет, не Шереметьево этого. Короткова оформили. Короткова и Гачегова. По 19.3. Шереметьево решили не оформлять. Его просто вывели, короче, из участка. Сколько? 70? За участок. И там отдохли по полной программе. Практически. Это просто уик удачный. Моим лицом. Специальный крест. Привет. Ты тут давно? Нет, ты в глаза, светим в глаза. Да, на глаза. Приятно было. Много наблюдал? Ну, уже достаточно, проехали мы по трем улицам. Везде перед закрытием было довольно спокойно. Только вот здесь была обстановка нервозная, и так оно и случилось. Очень интересно было наблюдать, как ломанулся наряд из ТИКа, когда поступил звонок. Да, они с мигалками побежали, собаки и так далее. То есть, что-то, здесь, кстати, вокруг отрядов ППСников, вот я сейчас, когда сюда подъезжал, отрядов ППСников, здесь было запредельное, конечно, количество, сейчас курсирует вокруг. Жизнь. Очень много реально ППС. Здесь сейчас. Да, вот кого? Туда ехали, ППС. Железногорск? Это где? Железногорск. Железка это что? Что? Железка это что? Залезки. А, Залезки это где? Что? Где? А где он выиграл? Да не он, на его участке. В Твери. Твери. СР 37%, ядро 26, КПРФ 17. Круто. А что вообще в Твери сейчас? Гордому. Привет. Давно здесь? На каком-то мандатном накидке. Мне? Тебя спрашиваю, давно здесь? Да, я с 8 часов здесь. Утро? Да. А, нет, за вечер. И как? Нормально, я вот сейчас был сначала на этом участке, вот, уже обнаружил факт фальсификации. Потом мы поехали в штаб Чирик. Вот. Как обстановка в штабе? Ну, там людей было, наверное, штук, ну, несколько десятков. Вот. Там Навальный стоял в дверном проеме. Вот. Нормальная обстановка, там полно журналистов. Понятно. Тимур, привет, с нами Тимур Хорев, программный журналист «Инфо». Расскажи, что ты видел сегодня? Сегодня я видел очень много самого разного. Я, наверное, трое все сначала. Тимур Хорев пользуется вниманием СМИ, правда, своих. Вообще. В общем, сегодня тут был с самого СССРа. Видел очень много разного, ездил по городу. Здесь, по других участках. Везде очень разные нарушения, но здесь самое жесткое вот с этими избирателями, которые там с книги начинаются с 66-й страницы, с 1000 какого-то избирателя, это совершеннейшая жесть. И я так понимаю, сейчас они не столько борются за свои голоса, насколько хотят прикрыть жопу от возможного уголовного расследования, вот, и не знают, что делать дальше. Потому что, собственно говоря, если на самом деле побеждает Шахов, то этим-то уже не имеет смысла там что-то скрывать. Но, мне кажется, они защищают свою задницу от скамьи подсудимых сейчас. Но нужно не допустить, чтобы они ушли от наказания. Спасибо. А как же найти богатого москвича с квартирой?
Так, и тем временем у нас продолжается трансляция от участка номер 3008, где сейчас внутри происходит, я не знаю, что вы все это видите у себя на веб-выбор 2012, а здесь внутри до сих пор не пропустили внутрь кандидата Чирикова. Я уже не говорю о прессе и доверенных лицах Николая Ляскина и Олеги Козырева, которые стоят вот здесь, ну и Алексей Навальный, которого тоже сюда не пускают. Какой вам нужен? Привет. Ты как, сегодня наблюдал? Нет. Печалька. Я был сегодня в группе. И что там было? В штабе было все очень активно, очень динамично. Куча всякой информации интересной. О вписанных людях. В один адрес люди узнавали, неожиданно приходящие голосовать, что в их квартирах проживают еще какие-то люди. Много всего. Участок 3017, а там что? Я был на президентских выборах, там сегодня побывала и Чирикова, и Поля Ляска. А где? Здесь не мяп. Это школа номер 13, Курбинское шоссе, да, 18. Да. Что там было, правда, я не знаю. Я так понял, что они столкнулись с этой вневедомственной охраной, с которой я общался на президентских выборах. Тепло, кстати, да, теперь. УИК за стекло. Новый интеллектуальный российский шоу. Для любителей, как это называется? Нестандарт. Экстремальной политики. Для любителей экстремальной политики. Вот, собственно, сюда практически собрался. Здесь я журналист, в том числе Андрей Новичков, наш любимый корреспондент, Алексей Навальный, ну и все остальные. Да, я понимаю, что мне уже совершенно нечего транслировать, здесь ничего не происходит. Снаружи, во всяком случае, самое интересное сейчас, я напоминаю, происходит на сайте веб-выбора 2012. Здесь вот вы видите кандидата Евгению Чирикову, которая до сих пор не пропускают. Она вроде прошла дальше всех, предбанник, но при этом никого не пустили дальше первого стекла. Женя Чирикова на втором стекле, это, конечно, определенный прогресс. Но все равно не пускать внутрь кандидата, это, насколько я понимаю, это одно из грубейших нарушений, которое здесь может быть. А, только не аккумулятор. Вот у меня аккумулятор. Это не страшно, я продолжаю трансляцию. Сейчас просто выключу. Отлично. Собственно, пожалуйста, пока здесь продолжает ничего не происходить, я расскажу о том, что, собственно, происходило со мной сегодня. С утра я пошел выйти, там довольно нормально происходила проверка КАИБов и так далее. Чё? What happened? Кирилл. Что там? Евгения, вот Кирилл. Аккуратно, господи. Я тебя вижу, Кирилл, хорошо. Кирилл, да, все передадим. Не надо его трансляции. Не надо? Да. И нас спросила, у кого она? Она пил что-то. Что она просила? Да, непонятно, что. Алло, да. Тихо подвозите. Да. Вот, ну, собственно, еще с утра мне пытаюсь отвести место для фотосъемки, несмотря на то, что я не наблюдатель, а журналист. Ну и, собственно,
Там было много интересного, на самом деле. Там, да, давай, желаемое. Принять участие в предотвращении... А, то есть она считает, что там происходит сейчас фальсификация, она хочет... То, что была драка. Николай, да. Сипи, что ли? Седьмой ты же. Если микрофон. Навесил, пока. Ядропресс. Ядро ТВ. От срока. Срок. В карман положи и прикрепись. Все равно еще говорить нечего. Не, прикрепись. Дергивайте. Аксечку делаете, чтобы я упал. Нормально, думаю, часам трем домой вернусь. Давай, на площадку. Так, в истерику Иван Крепин взял микрофон срока. Да. Я продолжаю снимать левое ухо Алексея Навального. А сколько человек? Теперь правое. Сколько, да? 81 человек смотрит на правое ухо сейчас Алексея Навального. Левое больше. А на левое 82. Будет смотреть больше, чем на левое. Понятно. Это не быстро. О, движу. Все хорошо, сказали нам полицейские, да? По плану идет. По плану? Ну да, заранее составленным. Фиксируйте пока. Понятно, что это быстро мы бежим. Можно еще несколько твитов? Как? Подождите, собираются уносить. Собираются уносить что? Сейчас тебе сделать 200 тысяч полосок. Сейчас, смотрите, сейчас я вам скажу. Сейчас, давайте я хорошо говорю, сейчас 30-20 уносят списки избирателей. Молодежный совет 4 уносят списки избирателей. Участок 30-20, молодежный 44 уносит списки избирателей. Если только кто не слышал. Все, давайте, спасибо, давайте сейчас я понял. Хорошо, зафиксируем, что 20, сколько, 25 проголосовало, да? Я понял. Что там происходит? На участке 30-20 происходит то же самое, только в Минздраве. Там нету таких у нас активных наблюдателей. То есть, тоже уносят списки избирателей. Они зафиксировали количество 30-20, которые молодежные 44. Да, там все. Но мы только оттуда, слышишь? Ну да, весело. Сделайте два шага назад. Не, ну я не знаю. А вы выдохните. Ну да, на самом деле, что самое страшное, что это не какой-то уникальный случай, это стандартная ситуация. То есть, так они сейчас пока возьмутся все объяснения, только после этого начнут подчеркнуть. А там по поводу объяснений. Я сейчас там берут объяснение по поводу драки, собственно, что по поводу того, что там пишут внутри. Успеют они до следующей драки оформить эту? Извините. А? Да, ловить подсовку. Вот, ему, да, ему узнали. Нет, и там ему не давали наблюдателя это сделать. Вот это связалась драка. Между наблюдателями. Да, я так понял, что между наблюдателями члены комиссии. Вот. И потом, значит, в итоге с четвертой, по-моему, попытки удалось все-таки отнести. Отнести сам списки в подсобку. Вот. Так, ладно, я на 32, да все равно не ебану ничего, и этим выходишь. Миша! А вы куда? Всего хорошего. Так, ну тут я... Извини. Не делай мне глаза, пожалуйста. А где Макки? А, полиция. Полиция. О, боже. Ты сегодня меня отразил. Ты полицейский? Ребята, у кого деньги выпали? Сколько? 10 тысяч между... Чай не мои. Кто деньги потерял? Ну вот только что здесь вот.
Ну, посмотрите, что деньги. А это ваши два бюллетеня превратились в две купюры? Да, сейчас, да. Сейчас это вы меня сделаете. Он при мне поднял сейчас. Серьезно, вы пришли с двумя бюллетенями, а сейчас говорите про две купюры. Нет, серьезно. Так, у нас научите этому заклинанию. Оля, сколько мест в машине? Сколько мест? Вот, убирайся, двоих человек. Давайте, все так, едем. Смотрите у себя, кто это, у кого из кармана выпали деньги. Не, вы нашли, вы смотрите. Так, ладно, выключай, исключимся на 20-м участке, давайте. Все равно